Приветствую на канале «Как вязать». Сегодня будем вязать вот такой шикарный узор из ромбов. Вот такие у нас получатся выразительные ромбы. Я не буду вязать полностью образец в этом видео, а покажу просто ключевые моменты. Вот изнаночную сторону вам показала этого рисунка, очень красиво выглядит. Перед тем, как вязать такой узор, изучите его. Хорошо бы связать, конечно, образец, вот как сделала я, и поизучать вот ромбы наши. Здесь у нас скрещивания идут петель. Ромбы окантованы вот такими полосками из лицевых петель. Вот между ромбами у нас платочная вязка. И внутри ромбов у нас чередуются лицевые и изнаночные петли. И узор повторяется с изнаночной стороны, внутри ромбов, с изнаночной стороны. То есть вяжется по рисунку внутри ромбов. Вот наша схема. Сопоставьте, вот поизучайте его как на бумаге, так и на полотне. Вот наши ромбы, окантовка ромбов, скрещивание. Это платочная у нас вязка идет. С лицевой стороны лицевые петли, и с изнаночной тоже лицевые, платочные, да? Внутри чередование лицевых и изнаночных петель. И с изнаночной стороны повторяется по рисунку мы вяжем внутри ромбов узор. Вот такую я делаю линеечку себе. И вы можете ей пользоваться. Очень удобно вам будет подсказывать линеечка, где вы сейчас находитесь. На каком ряду. Вот как бы это базовые вещи, которые нужно сделать до того, как начать вязать изделие таким узором. И сейчас я вам, как и говорила, не буду вязать полностью, да, а покажу, вот, например, как я делаю без вспомогательной спицы скрещивание. Вы можете скрещивание делать и с вспомогательной спицы, если вам удобно. Но, в принципе, если в скрещивании участвует небольшое количество петель, то можно это делать таким способом. Это будет быстрее. Ну и, в принципе, нет необходимости, особенно если это 3 петли. И их надо скрестить влево или вправо. Вот так мы делаем скрещивание. Перекинули спицу. И далее провязываем лицевыми все 3 петли. Платочную вязку мы делаем, вяжем лицевыми и с лицевой стороны вязания, и с изнаночной. И не следите по схеме вот именно за каждой петелькой. Эту нужно мне связать лицевой, эту изнаночной. А смотрите вот сразу глобально на ваш узор. Отсчитайте, вам просто так будет удобнее. И вы так не собьетесь. Отсчитайте, какое количество петель вам нужно в ряду провязать платочной вязкой, какое количество петель вам нужно просто повторить рисунок. Чувствуете узор, когда вяжете, где вы вяжете, вот в настоящий момент вы ромб вяжете или платочную вязку, вам тогда будет легче не сбиться и все вязать правильно. И с изнаночной стороны вяжем согласно схеме. Платочную мы вяжем лицевыми петлями согласно рисунку и с лицевой стороны, и с изнаночной. А остальные петли мы повторяем узор по рисунку. То есть я вот не слежу каждая петелька со схемой, да, а посмотрела, где у меня платочная, где у меня повторение, подсчитала, и сейчас я просто вяжу, я знаю, какое количество мне нужно, каких петель связать.
Узор получится у вас очень красивый. Сочетается очень хорошо он с этой с этим цветом нити. Вяжу я шерстью итальянской 100% мериносом. Получается изделие очень мягкое, теплое. Вот такой узор получается красивый. Шикарные ромбы. Вот такой шикарнейший узор. Он очень модный. Сейчас вы его можете встречать на различных модных блогах, в журналах модных. Попробуйте связать. Вот схема, как и обещала, я показываю крупным планом. Не забудьте сделать линеечку. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. И нажимайте на колокольчик. Пока!